В городе Шадринске продолжается дорожная кампания. Работы на всех участках планируется завершить до 1 октября. В текущем году капитальный ремонт дорог в комплексе с тротуарами проводится на улицах Володарского, Красноармейской, Роза-Люксембург, Кооперативной, Неглинной. Асфальтовое покрытие уже заменено на улицах Тюменской, Ефремова, Бажова, Курганском тракте, Иртышской. На Омской, Михайловской, Февральской, Шумилово, Комсомольской еще ведутся ремонтные работы. Напомним, в городе Шадринске в общей сложности ремонтируется порядка 16 километров дорог и 7 километров тротуаров.